Всем привет, дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня я хочу рассказать вам про фазы сна. Как это происходит в нашем организме? Что происходит с нашим телом во время фаз сна? Поэтому, кому интересна эта тема, кому интересно это послушать, кто этого не знает, оставайтесь со мной и смотрите видео дальше. Первая фаза наступает приблизительно в 23:00 в полночь. Начинается выработка мелатонина в организме. Приблизительно в час ночи начинается глубокий сон. Приблизительно где-то в 2-3 часа у человека самая низкая температура. Приблизительно идет уже часа в 4, выработка мелатонина прекращается. В 5 часов повышается уровень тестостерона в организме. Где-то уже в 6 часов повышенная тревожность идет. Приблизительно в 7 часов начинается лучшая координация. Примерно в 8 часов идет время быстрой реакции у человека. В то же время, приблизительно 8-9 утра, лучшая кардиоваскулярная эффективность и сила мышц. Фу, выговорила это слово. Далее повышается давление, температура, и человек уже спокойно может работать и заниматься своими делами, так скажем. Вот так вот я коротко рассказала вам о фазах сна. Надеюсь, вам понравилось, вам было интересно, может, вы чего-то не знали. Поэтому, ребят, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, можете комментировать и оставайтесь со мной. Буду много таких вот интересных видео выпускать. Всем спасибо за то, что оставались со мной. Всем пока, до новых встреч!